Уважаемые фореводы, субаруводы, телезрители, ютубозрители, ютуберы. Сегодня 1 апреля. Что будем делать? Весна. Будем мерить компрессию. Заодно посмотрим свечи, которых наружную часть я смочил полиуретаном. Так что давайте. Ну, чтобы померить компрессию, снимаем все, что справа. Это значит аккумулятор. Это значит бачок омывайки. Скидываем все, что слева. Это значит воздуховод. Снимаем, значит, свечи. Использую такой самодельный свечный ключ. Помните, наверное, как я обмазал полиуретаном наружную часть. Вот он такой черный стал, короче. Этот тоже, второй тоже. Ту сторону еще не открутил. Свечи сильно закручивать нельзя. Так, аккуратно так вытаскиваем. Такая же хрень. Сюда, видимо, масло попадало, ну, не знаю. Так, что касается свеч. Состояние электродов нормальное. К слову, после того, как я вот так облил полиуретаном, то у меня пропуск зажигания больше не повторялось. Ну, как-то так, зазоры все нормальные. Свечи еще 50 тысяч от 10. Это НЖКшки. Так. Значит, всем советую скидывать клемму с датчика распредвала, чтобы бензином не лило. Вот у нас. Теперь начнем. Так, открываю дроссельную заслонку. Это крути, бабай. Изумей там. Так, это был второй цилиндр. Это крути, бабай. Нет, нет, не надо. Это был четвертый. Ага. Крути, баба, давай. Это у нас первый цилиндр. И второй цилиндр. Давай, крути, баба. Это у нас второй цилиндр. Ой, то есть третий цилиндр. Ну что, первый, второй цилиндр по 13, третий и четвертый по 13,2.
Вот такой вот результат. Ну, в пределах допустимого, что я могу сказать. Хотя, по книжке надо посмотреть. Ладно, уважаемые ютуберы, субароводы, дорогие друзья, всем пока, желаю удачи.